Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня уже по традиции мы озвучиваем наше видео вдвоем с моей племянницей Кариной. Здравствуйте. Мы думали, что на нашем участке живет маленький слепыш крот. Но сегодня удалось снять. Это не крот. А кто это, мы не знаем. Или крыса, или мышь-полевка, или землеройка. Помогите нам разобраться, что за животное у нас живет на участке. Боятся нам его или нет, приносит вред он или пользу. Ну, сейчас он выскочит. Вот. Ну вот кто это? Я не пойму. Или крыса, или мышь-полевка. Не видно. Или землеройка, вообще не пойми кто, да. Такие кучки вот и такие норы оставляет. А сегодня мы также провели операцию по спасению ящерицы. Сын у меня пошел посмотреть ямы для забора, для опор вот этих вот, которые вырыли у нас. И увидел в одной из ям ящерицу. Мы ее решили достать. Сейчас Карина расскажет, почему мы это сделали. Ящерицы питаются червями, пауками, многоножками, мухами и бабочками и гусеницами. Ящерицы едят вредители сада и огорода. К ним нужно относиться бережно, беречь их от уничтожения, так как они приносят пользу и помогают сохранить урожай. Поэтому берегите их. Взяли мы тяпку, подсадили ее на тяпку. Правда, она не с первого раза поняла, что мы хотим ее достать оттуда и спасти. Она постоянно слазила с тяпки. И в итоге нам удалось это сделать. Мы достали ее и выпустили в поле. Тяжелый случай, да? Слазит и слазит. Вот. А почему-то она была без хвоста, видимо, скинула хвост. Видите, какая что... интересная. Да, вот что это за ящерица? Обыкновенная наша, уральская. Голова какая-то темная, да, коричневая. Ну все, давай, беги, ящерка. Вот она прикинулась, как неживая. Угу. Палочкой прикинулась. А вот потом ведь нас... уползла. Да, тетя Лариса сейчас ее станет трогать. Твердое тельце у нее. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До свидания. Не, хорошо бы, если кто-то нам ответил, да, на этот вопрос. Кто же у нас это живет?